Привет! Сегодня с вами Суперман! Мы сегодня рисуем котика. А ты умеешь рисовать котика? Если нет, тогда оставайся с нами. Мы обязательно тебя научим. Ну что, Максим, начинаем? Да. Берем карандашик. Для того, чтобы нарисовать котика, для начала нам нужно нарисовать голову. Голова у нас будет овальная, правильно? Рисуем овал. Вот так. Вот это у нас будет голова. Рисуем овал. Ты решил фиолетовым рисовать? Или каким будешь рисовать? Ну, рисуй фиолетовым. Давай, рисуем овал. Рисуй овал. Как? А вот, смотри, вот так вот, как у меня. Повторяй за мной. Да. Так, рисуем. Делаем овал. Да, давай, вот так вот овал. Ух ты, Максим, да ты как профессионально овал нарисовал. Так, затем мы рисуем ушки. Ушки у нас такие вот треугольнички. Так, раз, раз. С одной стороны треугольничек такой, и с другой стороны треугольничек. А ну, давай. Так, вот так. Теперь с другой стороны ушко такое. Так, и так. О, ушки Микки Мауса. Так, затем мы рисуем глазки. Глазки у нас какие? Круглые. Рисуем два больших круглых глаза. Такой один глаз. А у меня глаз с этим типом. Второй глаз. А ну давай, один глаз и второй рядышком. Максима фиолетовый котик. И второй глаз. О, класс, молодец. Так, следующий этап. Как мышка? Мышка? Наверное, да. Так, следующий этап. Мы рисуем носик. Носик. Носик у нас какой? Треугольничек такой вот тут. Носик такой. Раз, раз. Раз, такой треугольничек носик. А ну да я попробую. А ну давай ты теперь. Так, а где ты что-то носик, глаза у тебя? Вот тут носик у тебя должен быть. Все, у тебя странный котик, у тебя носик не в том месте получился. Ротик рисуем, так? Рисуем ротик. Такой раз ротик сюда. И раз, такой вот ротик у нас получился красивенький. А ну давай. Понял? Между глазок ротик. Или там где носик. Давай, рисуй. Улыбочку рисуй котику. Так. И так. О, да вообще красота. Ты юный художник. Так, сделали. Теперь мы... Теперь у меня мышка готова моя. Ну, ну точно, она мышь, смотри, хвост еще нарисовала. А теперь у меня все, мой котик готов. Нет, ну надо еще лап. Смотри, дальше мы рисуем лапки, туловище. Значит, отсюда вот так вниз пошли. С одной стороны вниз пошли. И с другой стороны вниз так пошли. Вот так? Да, вот так. А ну да я на мышке проведусь. Ну давай, попробуй. Это такой у меня котик-мышка. Котик-мышка, ну да, похож на котика-мышку. Это да. Юг. Да, и я с другой стороны. Еще чуть-чуть. Юг. Так, и с другой стороны. Юг. Очень красиво. Ты юный художник. Так, дальше мы рисуем лапки. Так. Тут оператор не выдержал. Я уже держал смех. Но после этого туловища я просто уже не выдержал. Рисуем лапки. Это еще не все, это не конец. Еще все самое интересное впереди. Оставайтесь на канале, и мы покажем Максиму рисунок. Так, рисуем лапки. Так, тут лапку. Так, и тут вот так вот. Так, теперь мы вот тут вот еще вот так вот делаем такую штучку посерединке. Так, раз. Так. Это ротик. Нет, это не ротик, это грудка, можно так сказать. Так, дальше мы такие лапки будем рисовать. Рисуем лапки.
карандашик возьми, правильно? Фломастер, то есть. А здесь такая вот палка. Да, а теперь вот так вот, смотри, вот так вот лапки такие у нас, такие закругленные лапки. Так, раз, сюда закругленная лапка. И раз, сюда закругленная лапка. Так вот немножко подвинь. О, видишь? А так. Так, закругли лапки. Да, закруглили. Да. И вот сюда. И сюда закругленная лапка. Вообще класс, супер. Так, мышка. Мышка-котик. Мышка-котик. Так, рисуем сами глазки. Зрачки нужно нарисовать. У нас глазки мы начали рисовать, а зрачки-то не нарисовали. Черненькие. С одной стороны, с другой. Так. А, ты с натуры? Максим, ты как настоящий художник, у тебя даже уже ухо порисовано. Вот такой у нас будет хвостик. Вот так вот такую линию проведем. Так, такой у нас пушистик. О, знаешь, какой хвостик получился у нас? Еще должны нарисовать усики. Раз, два, три. Ой, три. И с другой стороны. Раз, два, три. И у меня. А ну давай, ты усики рисуй. Раз, два, три. И с другой стороны. Ты левая рисуй. Раз, два, три. Класс, молодец. А еще такой чубчик ему нарисуем. Такой. Так, раз, два, три. Так. Раз, два, три. Молодец. Ну что, в принципе, наш котик готов. И у меня. И у тебя. Теперь его раскрасим. У меня будет рыжий кот такой, оранжевый. Раскрасим его оранжевым цветом. Такой рыжик. Хорошенько? У тебя лисичка. Лисичка? Да не, у меня вроде котик был. Может быть, в следующий раз нарисуем лисичку. Посмотрим. Не, у тебя получается лисичка. А как вы считаете, что у мамы получается лисичка или котик? Напишите нам комментариев. Мы посмотрим, что наши зрители напишут. Это котик или лисичка? И узнаем, кто был прав. Все, мой котик готов. Готов? Вот, смотри на моего котика. Чудесный просто. Просто супер котик. Посмотри, какой у меня котик. Вижу. Желтенький. Желтенький, да. Желток. Разве бывают желтенькие котики? Бывают. А где ты видел желтенького котика? Видите. Очень такой милый-милый котик у нас получился. Ставь лайк и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока! Да, если вам понравился этот наш котик, ставьте лайки, ждите новых видео. Мы будем продолжать нашу новую рубрику. Рисуем вместе. Пока-пока!